Всем привет! Хочу сегодня поделиться обзором продуктов, которые мне выдали в Бельгии из социальной службы CPS называется. Итак, здесь пуле, это курица с карри какой-то. Не знаю, такого не видела, не пробовала. Смотрим срок годности. До 25 года. Две шоколадки черные до 23 года. Бананы. Это, кстати, на семью, мать и ребенок. Капуста цветная. Ой, забыла, как она называется. Артишок. Артишок. Картофель. Фрукты. Апельсинчики, лайм и два яблочка. Помидорчики, нарезанные кусочками. Там тоже с хорошим еще сроком годности. Так, это стручковая фасоль. Срок годности до 24-го. Молоко до 23-го. Тоже какое-то молоко. То ли с клубникой. Фрайс, вроде с клубникой. До 2 сентября. Просто я смотрю, что пакет вздувшийся. И смотрим сегодня на дату. Сейчас, секунду, нажму. 1 сентября сегодня. Он до 2, но он уже вздувшийся. Возможно, неправильно хранился. Так, до 1 сентября фрукты уже тоже стекли, нарезанные. Масло. Срок годности до 4 сентября 2022 года. Дальше йогурт. Обычный. Так, 31 августа. Ну, соответственно, этого года. Уже по сроку годности уже все. Кстати, в Бельгии нет срока изготовления обычно, только до какого числа годный. Так, дальше сыр. Сыр тоже вот до 2 сентября, до завтра. Нарезанный кусочками, уже такой слегка подсохший. Две пачки макарон, две пачки риса, ну, точнее, наоборот. Так, пачка кофе. Баночка варенья. И вот здесь вот какие-то каши или какие-то соусы, не знаю, что-то вот такое непонятное. Сейчас посмотрим срок годности, где у нас тут. 2 сентября, то есть до завтра. Ну, я не знаю, что это такие. И вот таких вот каких-то каш. Хотя написано какой-то типа салат, но здесь явно какие-то каши. То есть это уже что-то готовое. Так, срок годности. Давайте поищем срок годности. А, вот тоже. 2 сентября. В общем, как-то так. Это набор продуктов по запросу в социальной службе. Выдается, по-моему, на 2 недели для семьи из 2 человек. Но в основном все с сроком годности. Вот то, которое вот имеет такой срок годности, видите, уже... Все в основном что-то сегодня, что-то завтра. Но вот это меня очень смущает. Оно реально вздувшееся со всех сторон. Такое.